Да. Уже идет война. У ящика бинокля нету, они уже в зонах. Направление движения 20. Как принято. Так, я устал. Разрыв слева был, направление 340, я упал. Да нас деревья кроют, поэтому все нормально. А, они нас не видят. Ну, они нас не видят, но разрыв был недалеко от нас. Легко. Не видят. Так, все, я устал. Лежу. Так, так, в землю залезьте, отдохните. Справишься. Кто может, добегайте до леса. Ну, сейчас будет уже видно. Там возле стройки стоит ПД. Можешь отработать? Попробуй. Давай, пресс, работай. Картошка. Там вот она с какой стороны от нее стоит? Прием. Так, все подошли к лесу? Нет, я еще остался на поле вблизи. Отдыхай. Отдыхаю. Кочегар, кочегар, ты можешь связаться с нашими активистами? Повтори, прайс. Ты можешь связаться с нашими пехотинцами и где там это, блядь, относительно стройки БМД? Принято, сейчас прошу. А то там Паша что-то говорил про разные ДВ, и походу это правда. На северо-западе, прайс. Я в том месте лучше подошел. Потому что там уже вообще отлично все видно. Вул, БМД, поставили метку на БМД. Я вижу. Ближе, у меня уже дом довольно близко посмотреть. Ладно, продолжай движение. Так. Думаю, сильно из леса уходить не будем, потому что у нас... Увидят спокойно и БМД отработают. Прайс, ты можешь еще стройку отработать с ударами? Сейчас, сейчас все будет, подожди. Не давай, ждем. У нас еще целый час. Сорок минут. Нормально. У них человек вылез из окопа, могу сказать. Ты чигар? Нормально. У них черная одежда. А БМД там еще живая?
Не наблюдают. Нет информации. Давайте маленький вперед пройдем. Чуть-чуть. Из леса не высовывайтесь. В ближайших окопах есть, повторяю, 300 человек. Что в нашем лесу? Да, я на хуй. Я нормально так идти? А что такое? Ну, полный рост идти. А кого бояться? Ну, не знаю. Может быть, не знаю, БМДшки или как-то. У кого пулемет? Великий снаряд. Ну ладно, все дрыхнет. Рексар-то не работал? Рексар-то не работал? Нет, я рядом с тобой. У нас в лесу противник. Это АВ работал. Эйзи работал, но нет. Я говорил, я с картошкой говорил, он сказал, что АВ не работал. Это он говорил, он работал. Ты там рядом с АВ стоишь, спроси, он работал или нет, спроси. Он себя метку брал, если что. Он переместил на себя метку, блин. О, это сушка упала? Пап. Маленько проходим вперед. На кромке лес, направление 20. Сильно не выходим. Там противник уже есть. Находится на СОУ. Уже противник есть. Посмотри, пожалуйста, на 40 градусов. Ничего, что никого там? Не видишь. Нет. Ну ладно. У меня нормально. Там я уже по лесу гуляю. Нет, прием. Прогулка по лесу. Да. Чмяр, прием. Мэтр, пошли, прием. Парень. Не вижу из-за ёлок, что это. Паша, кто взорвал? Кто взорвал? БМДху. Птурчик какой-то пролетел, по-моему. Или ракета. К нам чуть-чуть лес прилетает.
Смоки, зачем кинуть? Дыми, тут лишь не только машина. А, кинули белый смок. Вот, по-моему, сразу. Вижу у нас труп. Или ранен. Нашлись. У нас гранатами закидывают. Отступаются, отступаются назад. А вы труп, походу. Если будет возможность спалить технику, сжечь? Само собой. Ну, пойми, у нас вот, у тебя одна РПГ-ха только кумулятивная. Так я один кумулятивный, я потом осколочный, да, я понял. Принят. Вот это работает бетер вражеский. На лету дом бэр, что дали? Там не работает. Под огнем. Ты его. Что это не перед? Че у нас ни одного средства ПВО не было, я не понял, в чем прикол? Хрень, для... Я тебя убил. Ну прикольно, когда фабами там обрабатывают, было офигенно ты будешь держаться, когда во второй арме нифига... физики взрывной волны ни хрена нет, она через стены убивает тебя. Как, за какой бы стеной бы ты ни находился. Офигеть. В окопе не убивает. Работает. Зависит от боеприпаса. Его фугасного действия. Здесь проще красную технику просто не брать, потому что это верная смерть. Технику закидать мясом? А, ты пишешь, что обороне технику вообще не брать? Да, ее нельзя брать, потому что она, ну, выкатывается. Ну да. Ставят метку, самодат прилетает, все. Уж ее как баррикады стоят. В атаке была бы БМД, и был бы резон ее прятать, да? А здесь у обороны БМД, которая 40... Такое себе. Там даже... первоначальная версия, я тебе так скажу, у атаки Т-80 и БТР был. А у обороны была БМПшка и БТР. Альтернативные какие-то здесь. Познание в балансе. Да, я уж решил совсем порезать, решил, думаю, ну ладно, танк уберу нахрен. Я вообще хотел Т-34 дать в атаке, прикалываться. Я вот что-то не понял, как меня в стройке целой убило, я внутри сидел. Вообще в туалете. Бомба, наверное, упала. Нет. Инфаркт. Вот про это я говорю, что... Нет, на тут тупо прилетел самолет. У меня, кстати, самолет спустя тоже раньше, когда я в самолете сидел. Вон бежа, да что на? Ну, не стал, да, мы с вами залипли. Вискал залип. Что? Залип.
Я не пойму, как бонзай так чекал, что его сбоку просто обошли слева. Как? Ну, он лежит нормально у нас. Мертвый. Бонзай. Тут Прайс, по-моему, большую часть обороны просто поломал. Ну да. Не, он нара ложится четко по окопам. То есть только сушке остается выдать пушку и все, больше ничего не выдавать. Лучше ее вообще убрать, зачем она? Вообще да. Или ПВО тогда давайте. Ну, да, или мы из зоны где-то маленькой не слышим. Да Прайсу будет похрен на ПВО. Ну да. Если выходить нельзя, то какой смысл в ПВО? Можно просто на ловушку мимо него прилетать и все. Остальное нет, время... Можно летает. Сделать вот что. Можно убирать триггер после как в каком-то радиусе появляется атака. И все, можете гулять как хотите. Там проигрыши из-за того, что оборона будет выходить и все. Котлеты. Ну да. Даже поставить тогда лучше условия, резать технику, чтобы да. Кто-то находился в этом в зоне обороны, чтобы все не уходили. Реально убрать технику. Кто-то не будет атаки обороне там. Обороне можно убрать. Водник какой-нибудь или не водник, а бабардак. Ворон Прайс ПВОшной ракетой попал прямо в окоп. Так нет, он не мой. Он в соседний ПВОшной ракеты, а уронил в вороновский окоп ФАП. Прям чисто на ворона, прям точно. Потом на записи посмотрите. Вон. Я даже не ожидал. Там бронец вообще нечем по сути. Да. Сейчас только на котлетного карча надежда. Тебе будет это ТРД, да, или? Ну или это тоже можно, да. Кстати, да. Просто одну ТРД и баланс резко поменяется. Это точно. Самолет, конечно, не сбить. Не, он думает, для этой миски специально запилить это зушку, обвешенную всякими щитками риторическими. Всяким говном? Да. Все, короче, кричат, Игорёк живой, и Игорёк тех пережил даже. Блять, как он вообще пережил вот эту хрень, потому что по нему другой съебашил свой же. Я за него стрелял. Че, Игорек, пулеметчика не видишь, что ли? Че за... Вот, все. У него ПК... этот... ПКП, что ли? Угу. А откуда у ДНР или у НР ПКП? Ну, вообще, была одна штука. Так и есть. Горько-то. Нет, я просто говорю. В целом, исторично. Не, в реальности у них печенек один был. Я понимаю. Это у них. На ополчение? Вот и РПГ-17 уже были. У нас только РПГ-18. Две штуки. На 100 метров. Есть. Нет? Обеспечили. Не, гори, гори. Подрыв пука, да. Да. А, Карыч. Бис, да. ГГС, Карыч. Бисмут, бес. Да, да, да. Я вообще хочу миску, кстати, по аэропорту запилить, но не знаю, какую карту лучше взять для этого. Вот эту. Вот эту?
выкатили с прямо РПГ. Вперед, я не знаю, чему булу послушать. Зачем это поем? А где тут аэропорт? Блин! Это горит сейчас выпуск? Вообще котлета. Нужно, чтобы рядом с аэропортом желательно было много построек. Ну сам построй, поставь объекты. А лагать не будет от того, что я там понадобился? Ну, можешь этот вырубить, как он называется, симуляцию без симуляции. Меньше лагать точно. Старт, Азарка где? А Карыч еще живой. Стоп, а что это Игорёк тут делает? А Игорёк, я же говорю, у нас в спине был жмых с ПКМом, который АВЛ убил походу. Ну у него вообще там печенье. Печенье, ну да. Я же говорю, он АВЛ живет. О боже мой. И Карыч тут с это с ВССом. Ты чё за это оборона такая топовая? Закинули. Охуеть топовая, да. То не в целом форум спецназа вас никого не смутило, да? Сколько я там закоплетил? Иду посмотрю. Да блин, я вот у меня горка тоже лежит дома. Ты что, меня спецназом делает? Да. Тебя нет. Ну а это с чего спецназ? Арду повезло. Вообще. На излете постреляли. А, Игорёк! Ну вообще что-то ничего не видит. Вот там трава, ничего не видит. Какое там условие захвата? Где двое ходит? Должно быть. Меньше двух должно быть. Вот, живых. Сейчас, по-моему, меньше двух, это надо еще кого-то убить. А, да. А, все. Опа, Декфора кто убил? Карыч. Карыч с винторезом это все это. Кирбик. Да, и мухой. А его сейчас могут слить. Нет? Сейчас Игорька свою собьет и сувидит. Не, он Игорька не убьет. Игорь там всю карту сидит, его не сольют. Да. Ой-ой-ой! Опасно! Алексай! Что там Алексай? А, вы заметили? Нет! Вот кто-то кто-то рядом с Карычем пялится Алексар, на него. Алексар. Это Алексай, да. Нет. Ну позвоните в скайп ему быстренько. Кому, Алексару? Ну или Карычу, кто за кого болеет. Понятно. О, в дыню. Уже написали. Чё так жестко? А чё это было? По-моему, прайс садится, алё, смотрите. Я тебе отвечаю. А где Карыч был? Где Карыч сидел? Сел. Пацаны, где Карыч сидел? Где он? Где в бункере сидел. В бункере, а он прям справа. Так он и не вышел. Козырно. А он ассортироваться не мог? Почувствовал меня, короче, я понял. Сейчас скоро доедем. Чтобы он как танк сейчас будет ехать. Ой, тормози, ой, тормози, ой. Сейчас взорвётся. Всё, пока. Уже дымит. Да ладно. Выжил. Дымит. А что, у него БК закончился? Да нет. Куда стрелять? Тут то свои, то чужие, непонятно. А чё он говорит? Ты сейчас прикол, короче, гоняешь и ждёшь нас бомбить. О, короче, ещё и труба есть. Да, он налутал. Он с меня снял, у меня была. Вот из-за таких вот действий украинцы и проигрывают. Сожжение военной авиации прямо в посёлок, да? Ну, короче, понятно. Что? Что там? Это при том, что ожидается подкрепление со стороны противника. Да. Что там, прайс так и будет сидеть?
Да что, слушаешь, Нарды играет. Блин, скольких куроч убил? Я тут смотрел, когда тут был, короче, Игорёк, а сейчас против всей синей команды, сейчас всю синей команды... Короче, в то, что я зашёл, я в окопе был. Да, сейчас из синей команды-то осталось всего двое. Игорёк там все еще лежит, что-то под деревьями. Что он делает? Что он делает? Успокойся. Ну, может, пытается поучаствовать в захвате базы? Сейчас он тут не проедет, а взорвёт. А чё, гараж на основу подрынет? Чё, блядь? Какой план, Прайс, объясни, какой я план? Я хотел сесть и выйти, но выйти я не мог. Почему? Прайс, ну это же нету не так, не катапультироваться. Нету, только выпустить закрылки было, когда а выпрыгнуть? Не было, только я заметил кнопку на выход, не вышло. Только зашквариться, да, была функция. При посадке повредил дверцу. Так она открыта была, на пульте. Заело! Я застряла. Он, короче, пристегнут в салоне был, короче, его не отпустило, там тоже заело. Пряжка сломалась. Да. Слушай, а что так жестко? Как пока по печенье? Что так жестко? И что у вас два СВДшника? СВДшника, ты смотри, где наш СВДшник. Это его проблемы. Может завершить что-то, атаки не атакуют. Ну у нас бетер еще посмотрим. Кочегар сейчас убит. А он. А он по-моему, кто? Прям на него едет, алё. Он сможет схватить зону. А у Кочегара вот это так палим. Ой-ой-ой. Вот это так палим. Ой, палево. БЕшник, алло. Так. Чё у него? Аздоник, твоих рук дело. Чё? Давай, ну. Приехал какой-нибудь сквозь кусты целится на него. Сейчас наведется такой, не напряжно, да? Так, ведет. Написали, уходи. Слишком близко подъехал. Задавить, что ли, пытается такого? А здесь деревья не ломают? А, ломают. Ломают, там пока ехал, кстати, ломают. Так, и чё? Выйти пристрелить, это еще лучше. Сиди, читает. Чё написали? Точные координаты ищет. Пытаем ПДХ. Ай, жёстко. Игорёк же может подойти, сесть на водителя и уехать? Нет. Если только это, если кочегар выйдет. В зону внутрь заехать, да, может. Короче, уже палит его. Сейчас же давит нафиг. Все, встал, быстрее, сейчас будет искать противника. Ищет. А где же противник? Еще 12 минут. Это просто что-то с чем-то. Ну короче же, гранатомет есть. Че ему игрок не может сказать, что далеко, рядом далеко, а Игорёк не слышит. 200 метров как раз. Да, тут не так уж и далеко. Да Игорёк не слышит ни хрена. Да как там он может не слышать? В смысле? Не слышит, о чем? Он видит его. И не видит, а трава мешает. Не, вот в таком положении можно увидеть. Вот по-любому сейчас ну можно. Ну что запаливает? Кочегар так палится. Да ладно. Да в смысле, он пока не убил Игорька, значит все нормально. Мне интересно, что сметаны делает. Шаутирует. Отходит. Куда он отходит? Куда? Да. Напишите ему кто-нибудь, что он не туда идет. Он ушел от противника, но нет. Он на километр от противника ушел. Лучше бы меня снайпера выделили. Это называется снайперская болезнь. Да, ему удобнее так стрелять. Или болезнь DZ. О, смотрите, короче. Сейчас это... Сейчас под себя. Не захотел. Далеко. Недалеко. Не, ему быстро мешает. Стреляет, пока мы тычем на тебя. По сметане, да? Не, далеко до сметаны вообще. Там пол карты. Наугад стреляет, что ли? Наверное. Он куда-то в сторону сметаны стреляет.
Ну, ближе уже. Все, полез. Полез. У меня маленький вопрос, а вот возле Игорька два трупа, это кто? Враги. Вообще, кстати, прямо на метке Игорька стоит метка противник. Гадочка, но... Вообще-то сегодня метки ставили в синем канале, синего цвета, и БЕшники, и ДВшники. Не, я нормально ставил. Вон моя метка. Воговская болезнь. Где-то. Паш, в деле, надо правила метки теперь менять. Да, я уже понял. Ой! Игорёк там говорит это, кочегар, давай на виду. Сейчас еще вместе будут работать. Пишите Карыч, чтобы... Там это, там Карыч ползет. Обнять конец так быстро. Игорь бы подполз в этот лючок, расстрелял. Колеса бы ему сбил. Этот люк открыл. Нет? Там можно ему колеса сбить? Закинул. Да, да, гранату. Не, не, не а чё там, сколько осталось? 9 минут? Да. Ты там посмотри, там все анимации РХСовские включили, но там все эти открыты. Лючки и это. Можно прийти просто. Можно вообще просто стол сунуть. Да вон у него там люк открытый. В него можно пострелять. Кто почему не закрывает люки? Глупый. Да это анимацию мы включили. Не-не-не-не, она это. Подожди, стоп. Это Гро включил анимацию. Понял. Какую анимацию? Ну, открытых дверей, открытых этих бойниц. Не, типа бойницы же можно прострелить? Вот реально, если они открытые. Ну к тому что-то обычными экшенами нельзя сделать. Ладно, я отойду. Сколько там у меня нет времени? Сметана 8. Еще дальше угнал. Ой, все, пока, кочегар. А, нет. Может, они со сметаной встречаться? О, сейчас. А, нет, не стал стрелять. Блядь, Игорич. Нет, Карич будет наверняка стрелять, он так наобум не будет. Карич, давай. Сметана тем временем опять прибежал. Может, РПГ-ху сейчас где-нибудь найдет. Правда. Надо бы хоть одну седьмую РПГ-шку. Да. Да и так все вроде все сожгли. А БЭшники там принесли хоть одну седьмую? Да, там гонку. Не донесли. Все принес. Да. Только Игорька есть седьмая, но она затригерила. Чё, Краб? Ладно, не ещё играл. Чё, куда с ними выйдет? Тут один сольётся, и всё. Сейчас сметана кочегар стреляет. Да, барон, сейчас по времени уже выйдет. Паша, это невозможно сделать, потому что Игорёк сидит возле кочегара. Если Игорёк лежит, значит кочегар сидит. Сметана находится вообще на другой стороне карты. Чего? Только Карыч максимум может умереть. То есть ты хочешь сказать, что никто умереть не сможет, кроме Карыча? Да. Ну вот, если Карыч умирает, то все проигрыш, да? Ну, вот, все возможно. Чего бы? Вы должны защитить полностью. Победили. На, если меньше... Ладно, давайте сделаем вставочки, кто первый умрёт. Я ушел, по-моему. У вас такой дурак. Я не заметил, да? Да, он не морбок. Нет, он просто побольше ген, короче. Читал, как это движение раз. Не так тратит, короче, казённый. Не, зачем он так делает, ползает? Его же видно сквозь забор. А там это, такой. А, ну да. Ну, теперь видно. А коп еще и сушка наша. Которая просто по глупости разбилась. Ой, сейчас Курыча убил. Нормально ползет, там окопа вот его прикрывает.
ходит так опасно. Передумал, короче. Короче, там по 10 спидеров. Ну, ВКонтакте ушел по 10 спидеров. А? А нет, он сидит, ждет, когда бэттер поедет. Он понял, что отсюда не получится. Сейчас сметану убьют, инфа сводка. Твой? За что? Да мне что-то кажется. Вот что попало. Дом сломали? Да. Так, короче, интересно, про дома тут дом или нет? Ну он что-то... А, так сделал. Ну, Надь, одна лавочка. Берется, все сидит и сидит, нормально, это тяпик. Да все, уже проиграли 3 минуты. Ну а вдруг сейчас сметана ворвется на карте? Сейчас вот, сколько сейчас минут? Все решится. Если он на окоп залезет, он может сидеть. У меня сейчас 57 минут пошло. Сметана вверх. Знаете, что так после файки могут? Гранату давай. Да. Все, спалился. Так можно было. Как точно кидает, смотрится прям вообще. Ну и шо он ждет? Сметана, давай. Гранатами сначала почистить надо, все правильно делают. Да, 2 минуты не осталось. Давай почистим гранаты. Ну, он лицом там чистили с картошкой. Удачно? Ну да, коп мы все побежали. Вы здесь, он там. Потом Карыч. Ой-ой-ой. Ой, все, все. Пока, Бэдэ. Че? О, сейчас он это перекатился. Может, сметана вот здесь посмотрит. Ой-ой. Пока. Зря. Кочегар даже не чухнул вообще. Ну, вылез. О, вообще за это демаскировался. Ну, сметана. Вообще, во, пофигу, вообще, РПГ только что вот тут в упор пустили. Вообще насрать. Да не увидит. Давай, полутайся еще, да, отличная идея, кочегар. Самое время, блин. Он же не знает, что вообще с таймингом. А с соседнего калаш это неплохо. Тайминг. Да все, осталось 40 секунд. 50. Да. Если он посмотрит на брал, не видишь шанс. По идее, сметана может услышать, как Куркурич орёт. Куркурич? Да, но он даже... ранен был, у него а, это... точно, да. Орёт. Ну как, смелее. Ё-моё. Ты раненый, блин. Хотя по идее все равно. Так, а на юге все равно один еще сидит. Так, надо меньше двух. Да, оборона. Все, сломалось. 20 секунд и все. Миска, по-моему, ранен считается, как убитый. Не сломалось, он ранен. Нет. Сломалось, эти... Ранен, как убитый считается. Да мы потому что ранен все. Переходит на сторону гражданских, когда ты ранен. Это все. Ну да.